День семьи, любви и верности с ромашками в руках отмечают в России 8 июля. Не остались в стороне и эльберецкие супружеские пары. Праздник прошел в Центральном парке. Там побывали и мы. Слава тебе, Боже, на слава тебе! Царю небесный! Любовь всему верит и все переносит. С этой фразой по жизни идут Виктор и Тамара Веденеевы. Супруги вместе уже 50 лет. Познакомились в электричке. Банально. Жили рядом, друг друга не знали. Я была очень скромная и моложе его. И поэтому, конечно, я даже не ожидала. Как молодые знакомятся, так и познакомились. Из поселка Родники Виктор и Тамара переехали в Люберцы. Всегда вместе переносят горе и радость. Только так может сохраниться семья. Самое главное – любви, терпение, уважение. И самое главное – уступать надо уметь. И помогать. Да, ценить друг друга. Потому что в трудные минуты у нас была такая ситуация в 28 лет. Он вообще инвалидом стал. Выжили, справились и продолжаем жить. В Центральном парке собрались юбиляры, многодетные семьи и молодожены. Люберчан поздравили Владимир Ружицкий, Игорь Кахана и Роман Терешков. Я действительно счастлив от того, что у нас в нашем православном календаре есть такой праздник – День любви, семьи и верности. Мы открыли в свое время окно Авертона, когда мы, не помню, где-то в феврале, в середине празднуем не наш, не родной нам праздник, не угодный Богу. Все-таки то, что угодно Богу, приносит результаты. Я искренне хотел бы пожелать люберчанам крепких семей и прожить жизнь в любви, в согласии и, главное, в здоровье. Я всех поздравляю с этим прекрасным праздником. Для меня еще, ну, конечно, любовь, верность, семья – это слова такие, знаете, ну, для меня они касаются не только семьи, потому что вы умеете любить семье, вы будете любить свое дело, вы будете ему преданы, вы будете любить свою родину, вы будете любить близкого. В Люберцах в 2021 году золотую свадьбу отметили три супружеские пары. Семьям вручили подарки и благодарственные письма. Айтат Шчирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.